Galaxy S21 Ultra, завернутым в Gorilla Glass Victus, все понятно, но как насчет остальной серии Galaxy S21? Модели Plus и Ultra имеют стеклянную панель, тогда как стандартный вариант Galaxy S21 имеет защиту экрана Victus, а заднюю панель из поликарбоната. Может ли этот материал быть более устойчивым к падению на твердую поверхность, чем его более крупный брат? Что ж, на самом деле... Да, по крайней мере в этом конкретном тесте от редакции CNET. Не секрет, что поликарбонат, как правило, менее хрупкий, чем стекло, хотя ваш опыт может отличаться, поэтому никого не должно удивлять, что базовая модель Galaxy S21 имеет более высокое сопротивление падению, чем Galaxy S21 Ultra. В конце концов, эта характеристика, наряду с более низкими производственными затратами, вот основные достоинства поликарбоната. Но на всякий случай, если вы хотите лично убедиться, как стекло может проигрывать пластик в реальном мире, вот вам новое видео об испытаниях нападения от CNET. Народ, напоминаю про наш телеграм-канал по ссылке в описании, подписывайтесь, у нас там весело и интересно. Как всегда, увидимся уже очень скоро в следующем видео. Всем удачи!